Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 195 на странице 110 учебника математики по русскому языку для 3 класса автора Климанова. Прочитайте народную песенку и запишите ее по памяти. Выделите суффиксы, которые придают словам ласковое звучание. Как на тоненький ледок выпал беленький снежок. Выпал беленький снежок, ехал Ванюшка-дружок. Записывая эту народную песенку, будем помнить, что каждая его строка начинается с заглавной буквы. Как на тоненький ледок. Вторая строчка. Выпал беленький снежок. Точка. Выпал беленький снежок. Запятая. Ехал Ванюшка-дружок. Точка. Ласковое звучание придают суффиксы «еньк» в слове «тоненький», «ледок» в слове «ок» в слове «ледок», «еньк» в слове «беленький», «ок» в слове «снежок». Аналогично «еньк» и «ок» в словах «беленький снежок» и «юшк» и «ок» в словах «Ванюшка» и «дружок». Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.